Махмуд Али Калиматов будет следить за ходом расследования уголовного дела по факту перестрелки в Назране, в результате которой есть погибшие и раненые. Накануне руководитель региона провел оперативное совещание с министром внутренних дел по республике Михаилом Коробкиным. Сегодня с утра состоялась встреча с ВРИО начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления МВД по региону Багамедом Мамаевым для обсуждения актуальной информации по инциденту. Трагедия, в результате которой четверо мужчин погибли, среди них полицейские, сотрудник управления Национальной гвардии по Ингушетии, еще трое были доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести, произошла вчера на окраине Альтиевского административного округа города Назране. Причиной конфликта называют имущественный спор между родственниками. На данный момент правоохранительными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия. В городе усилены меры безопасности и охраны порядка. Следственным управлением Следственного комитета России по республике возбуждено уголовное дело. Глава субъекта отметил, что, несмотря на укрепление правопорядка в республике, по многим показателям подобные события, на его взгляд, демонстрируют необходимость усиления работы в данном направлении. Также Махмуд Али Калиматов выразил слова соболезнования родным и близким погибших. Пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Уважаемые жители Республики Ингушетия, дорогие земляки, вчера на территории города Назран произошла трагедия. Из-за мелочной бытовой проблемы родные и близкие люди стали друг друга убивать. Это простой вопрос бытовой, связанный с земельным участком, которую можно было разрешить за семейным столом, перерос кровавую бойню. Результаты чего погибло 4 человека и 2 получили ранения. Матери потеряли сыновей. Дети остались без отцов. Уважаемые граждане, мы живем в правовом государстве. Все возникающие вопросы необходимо решить, как это принято в цивилизованном обществе, в правовом поле. Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия призывает и просит вас прекратить противоправные действия, быть терпеливым друг к другу, по всем вопросам обращаться в правоохранительные органы, которые будут принято решение с установленным порядком в соответствии с законом. И заверяю вас, МВД по Республике Ингушетия готово обеспечить порядок и безопасность нашей республики.